Всем привет! Сегодня мы приготовим вот такой вот красивый и очень вкусный тортик «Ленивый Наполеон». Этот рецепт для тех, кто не имеет желания долго стоять у плиты или же не имеет времени. Для крема нам нужно 3 яйца перетереть с сахаром, добавить муку и крахмал. И опять-таки все хорошо нужно перемешать. Отдельно, пока мы все мешали, я поставила молоко, чтобы оно закипало. И его теперь маленькой струйкой вводим в яично-мучную смесь. Ставим на огонь и увариваем до полного загустения крема. Выключаем и добавляем сливочное масло. Постепенно помешиваем до тех пор, пока масло не растворится. Выливаем в миску и накрываем пищевой пленкой, чтобы крем не обветривался. Если у вас в креме есть кусочки, взбейте его венчиком хорошо или же миксером. А тем временем, пока остывает наш крем, мы можем сбегать в магазин и купить вот такие вот печенюшки-ушки. Крем уже остыл, и приступаем к сборке торта. Каждую печенюшку вот так вот хорошо, обильно обмакиваем крем и выкладываем. Форму можем задавать любую, кто хочет квадратную, кто хочет круглую, здесь уже дело фантазии. Я делала квадратный тортик. Первый слой выкладываю в одну сторону печенюшки. Второй слой я выкладываю в другую сторону печенюшки. У меня тортик получился из 4 слоев печенья. Довольно-таки нормальное количество. Дальше все хорошо смазываем кремом, чтобы не было никаких пустот. Оставшееся печенье делаем вот такую вот крошечку. И обильно засыпаем ею тортик. Ну все, вот и в принципе торт готов. Отправляем его в холодильник на целую ночь, чтобы он пропитался. Он получился довольно-таки сочным и вкусным. И интересным, как обычный настоящий Наполеон. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, делитесь с друзьями, я буду очень рада. До новых встреч, всем пока и приятного вам чаепития!